Отделение Московского кредитного банка на Пролетарском проспекте работает с начала года. Но официальную церемонию открытия провели только сейчас, чтобы кроме перспектив гостям можно было рассказать и о результатах. На открытии присутствовали первые лица Щелковского района и, собственно, банка. Район рад здоровой конкуренции в банковской сфере и надеется на взаимовыгодное сотрудничество, отметила глава Надежда Суровцева. Все партнеры, которые приходят в Щелковский район, они, конечно, кроме своей профессиональной приоритетной деятельности, имеют также социальную направленность деятельности. И мы надеемся на такую же социальную направленность работы вашего банка. Но я поздравляю всех жителей с открытием нового офиса. Подспорьем для жителей, точкой опоры для предпринимателей станет отделение МКБ в Щелкове, уверен руководитель администрации Алексей Валов. Открывая здесь офис, мы даем старт не только очередной плеяде предпринимателей, физических лиц, которые придут сюда, а очередной новой линии в банковской сфере, очередному прорыву, потому что все-таки в большинстве своем банки должны работать на людей. Несмотря на общий кризис в экономике и в банковской сфере, Московский кредитный банк успешно развивается. Активы за прошлый год выросли на 93%. На 1 января банк по этому показателю вошел в топ-10. Хотя, как сказал основной акционер банка Роман Авдеев, наши главные активы – это наши клиенты и наши сотрудники. МКБ привлекает клиентов не только рейтингом. Прежде всего, это полный спектр банковских услуг как для юридических, так и для физических лиц. Мне очень отрадно, что за тот короткий период, который мы отработали, мы действительно уже уделили внимание и выдали более 500 кредитов физическим лицам. Это говорит о том, что да, действительно нас ждали, мы нужны, и наши продукты, они востребованы, в том числе и на данной территории. А также МКБ позиционирует себя как банк номер один по количеству банкоматов и терминалов оплаты услуг на территории Москвы и области. Сейчас ставка сделана на открытие новых отделений. Только за прошлый год банк открыл 7 офисов в Москве и Подмосковье. Отделение Щелковское стало 18-м. Банк работает для людей, и мы должны идти туда, где наши услуги востребованы. И нужно открывать отделение там, где есть наши клиенты. Это очень важно. И так вот мы не мыслим, что крупный банк, еще одно отделение. Каждое отделение для нас очень важно. Мы пришли сюда надолго, и мы не подведем, заверили сотрудники Московского кредитного банка, руководителей и жителей Щелковского района. Ирина Микеда, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».